Нет, ну в этом видео я точно матом не буду ругаться. Хотя... Сюрприз, мазафака! Ха-ха-ха-ха! Эй, бой! Как классно получилось, мне кажется, прям очень красиво. Вот так кто долбится в чужие стены, мазафака. Вы нехрен дома крушить и ломать. Правильно? Правильно. Защита от вандала. Ну, давай-ка. Дохни уже, чувак. Сейчас мы его с вами, ребята, догоним. Хе-хе-хе, минус 2. Так, что, давайте облутаем их. Так, ну что, кому следующему надо давать под задницу? Ага, вижу следующий объект. Сейчас кому-то мы накостыляем. Давай, выходи. Ну. Отлично. Давай, 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 давай. Ибо не хрен. Ага. Слышу. Попал? Попал. Если попал, то что? Правильно, привлек внимание. Попал дважды. Еще минус один. Надо за камушек прятаться. Это он за нечестер, да, лупит, типа? Ха-ха-ха. Еще минус один. Так, так. Так. Ха-ха, есть контакт. Еще минус один. Тот же. Ибо нехрен мой динозаврик обижать. Мразь. Хе-хе-хе. Так. О, здорово. Я тебя сейчас научу стрелять. Берем пулемет и идем спокойно и уверенно. А-а-а. Отлично. Я не такой уж и косой. Ха! Четко. Там второй еще крендель был где-то.
Е-бой. Когда стреляешь, стреляй одиночными выстрелами, мудень. Хе-хе-хей, учить надо вас. Ха-ха. Лучше дропажа, ближним бою ничего нету. Конечно, это при том условии, что мне с дропажом не особо повезло, но да ладно. Опустим этот момент.